Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый день, друзья! Меня зовут Сергей, я являюсь партнером компании FFI. Компания, которая на сегодняшний день взрывает русскоязычный рынок вот этим продуктом. MPG Boost, также MPG Caps, MPG Megacross. Продукты, которые позволяют экономить топливо в среднем 20%. Есть результаты и выше, тем не менее. Я бы сейчас хотел поговорить о другом продукте нашей же компании. Это MPG Extra и MPG Max Pro. Возникает у моих партнеров, а также я встречаю часто, спрашивают люди, как использовать MPG Max Extra, то есть как его добавлять в масло, в какие узлы, а также Max Pro, очиститель топливной системы. Продукты себя зарекомендовали великолепно, как и сам MPG Boost и Caps. Что мы сделали, как мы заправили наш автомобиль, буквально сейчас в этом же ролике. 9 мая, вот в эту прекрасную машинку мы сегодня зальем и Max Pro, и MPG Extra. Очиститель топливной системы Max Pro. Всю бутылку мы заливаем в бензобак. Надо защитный плёнку порвать. Производитель заверяет нас в том, что данный продукт очищает бережно и нежно всю нашу топливную систему. Льем. И ничего не боимся. Смотрите, человек в здравом уме и рассудке. Я сейчас поеду на заправку, залью, чтобы мне это все туда смывать. Ага. До конца. Пусть оно там скапывает. Меняла масло 2 мая 2005 года. Залила Mobil 5W40. 4 литра мы сейчас зальем. Сейчас одну минуту. Сейчас у нас тут поликлиника. Мы машину лечим. Да. И снимаем это на видео. Сейчас одну минуту. Продукт, который улучшает действие масла в 5-6 раз. Стекает. Человек уже заинтересовался. Поликлиника. Не теряйте.